А москвичей сегодня ожидают новые ливни. Количество осадков может превысить месячную норму. Прогремят грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Такой прогноз дает Гидрометцентр России. Циклон должен отойти от столицы только в ночь на понедельник. При этом похолодает до 15-17 градусов. В Москве и в столичном регионе еще на сутки сохранили оранжевый уровень опасности. И таким же цветом на метеокарте окрашены еще 11 областей Центральной России. Свой нрав погода демонстрирует сейчас и жителям Украины. Причина – тот же атмосферный фронт, что и в России. Сильный удар стихии приняла на себя Днепропетровская область. По крупному поселку Волосское пронесся смерч. Местные жители говорят, что диаметр воронки составлял около 100 метров. Непогода бушевала не более 15 минут. Вихрь поднимал людей в воздух и снова бросал вниз, срывал крыши с домов. Одну позже нашли на расстоянии 6 километров. Повсюду летали камни и деревья, газовые трубы. Трубы, вырванные из земли, их согнуло и скрутило, как проволоку. Из Днепра смерч поднял рыбу. Люди потом собирали ее на дорогах. Прям на трассу выкидала рыбу. И собирали, люди ходили, рыбу собирали. Ну, уже после урагана. Багато? Да. Ну, да. Мешка два собрали точно. Ранее непогода обесточила на Украине около 8 десятков населенных пунктов. Сегодня на большей части страны ливни, грозы, шквалистый ветер и